Дмитрий Смирнов, команда «Молния». Дим, провели полуфинальный матч с командой «Кастилья». Уверенная победа, можно сказать, по итогам первого тайма. Вот насколько было ожидаемо то, что «Кастилья», по сути дела, растеряется и позволит вам атаковать раз за разом и забивать голы уже по итогам первого тайма, решить исход, по сути, всего матча? Ну, мы на самом деле ожидали, что парни будут чуть пособранней. Видно, они где-то решили в нас в прессинг пойти, и это, скорее всего, была их ошибка, потому что, ну, у нас как бы есть свои наработки по выходу из прессинга, и мы как бы их ловили на этом, и нам было попроще в этом плане. Если бы они сидели на своей, нам бы посложнее было их скрыть. Вот как во втором тайме они подсели чуть, и нам посложнее стало играть. Вот насколько тот факт того, что «Кастилья» забила первой, насколько это сказалось на дальнейших установках на игру и, в частности, именно по первому тайму? То есть какие коррективы были внесены по итогам стартовых минут, которые завершились так не очень удачно? То есть какие были установки внесены и за счет удалось все-таки забить так много в первом тайме? Ну, мы, в принципе, ничего не меняли, потому что там было буквально третья минута, наверное. Мы думали, там просто ошибка была глупая, поэтому мы ничего не меняли, так и продолжали в свой футбол играть. И так и пришли к этому результату. Довольно такая убаюкивающая местами игра во втором тайме была уже. Это следствие усталости или уже отчасти такая небольшая хитрость, чтобы поберечь силы для возможных контрвыпадов соперника? Ну, в основном еще немножко душно здесь в зальчике. А так, мы просто на свою серию, нас счет устраивает. Нам не обязательно было нестись вперед. Нас, разница голов устраивала. И мы просто сидели, ждали их, чтобы на контре им забивать. В финале сыграть с командой МЧС. Каков, есть ли секрет, рецепт возможный, который принесет вам успех в этом матче? Ну, главный секрет, чтобы все на игру собрались, чтобы никто не выпал, потому что играть там в пятером-шестером тяжело будет против МЧС. А так, если все соберутся, то, думаю, мы покажем достойную игру с МЧС. Спасибо, удачи.